в рамках вновь созданного по инициативе меня и моей дочки семейного клуба «Мамино счастье». Так получилось, что этот клуб был создан совсем недавно и спровоцировал меня на это именно появление моей собственной дочки, которая сейчас тоже с нами. Так получилось, что в этом году, плюс-минус 2-3 месяца, в моем окружении появилось настолько много малышей, что мы начали обсуждать какие-то новые актуальные темы, интересующие нас вопросы, и решили приглашать специалистов и за чашкой чая с ними обсуждать интересные, интересующие нас детали и о здоровье, о развитии наших малышей. А сейчас это вылилось вот в такой интересный проект «Мама Ланч», который мы в предновогоднем периоде решили организовать для наших друзей, для знакомых, для друзей друзей. И сегодня здесь порядка 15 участников с малышами в возрасте от 4 месяцев до 11. То есть никому еще нет даже года. И всем, как вы видите, очень интересно. Сегодня у нас здесь ряд мастер-классов, которые читают потрясающие профессионалы нашего города. Сегодня здесь тест-драйв развивающих игрушек. Сегодня еще предстоит розыгрыш потрясающих призов от наших спонсоров. Предстоит дегустация чая, поскольку чайную церемонию провести, к сожалению, в рамках нашего формата нельзя, чего хотели наши гости из чайной истории. Но мы постараемся приблизить. Ну, собственно, сладкий стол, который ждет любую маму, который обрадует любую маму. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет традиционным, и мы будем устраивать его не только в предновогодний период, но и в преддверии других праздников, и мамы, и детки будут с удовольствием в них участвовать.